Спорткомплекс олимпийского чемпиона Александра Карелина – самый популярный среди российских спортсменов. Именитые, а также подающие большие надежды атлеты именно здесь проходят как функциональную, так и общую физическую подготовку. На сборах в отеле «Весна» олимпийцы оттачивают свое мастерство. То, что условия, предоставляемые сочинским спорткомплексом, помогут улучшить наработанные результаты, уверены и гимнастки из столицы. Спортсменки тренируются в Московском центре олимпийской подготовки. В свои 14-15 лет у каждой 10-летний опыт в художественной гимнастике. Но вот уже 4 года эти спортсменки неразлучны. Девочки выступают в групповых упражнениях и достаточно удачно. Выигрывают все первенства Москвы и России. Сейчас же тренировочный сезон завершен, но даже во время коротких каникул гимнастки не перестают работать. У нас одна тренировка, потом они идут на море, в бассейне, сауна. Нам здесь очень нравится, потому что очень хорошая база. Нам предоставляют ковер, очень хороший зал с высоким потолком. Вот, и мы сейчас здесь отрабатываем новые упражнения. Упражнения, отмечает тренер, очень сложные. Работа с лентами, мячами и булавами требует особых тренировок. Девочки уверены, все у них получится, ведь это место они считают счастливым. Именно здесь, в отеле «Весна», тренировались и добивались высоких результатов кумиры всех юных гимнасток. У нас сейчас новая программа, вот, и хотелось бы вот сейчас ее подтянуть к соревнованиям. У нас в ноябре опять первенство России, поедем. Вот. Хотелось бы хорошо подготовиться очень, чтобы достойно выступить. Мяч может укатиться, лента запутаться, а булава ударить. Но все это допустимо только на тренировках. На оттачивание мастерства у гимнасток пару месяцев. Соревновательный сезон стартует в сентябре. Ольга Десятова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.